Всем привет! Нам на заточку принесли нож Falkniemen F1, знаменитый нож шведской армии, который поставляется в вооруженные силы. На этом ноже у нас ламинат, сталь VG10. Длина клинка 97 мм, толщина по обуху составляет 4,5 мм. Хочу сказать, что нож был испорчен немножко владельцем, он создал на нем микроподвод клиновидный. И будем исправлять с помощью нашего приспособления. Точить будем на максимальный радиус 10,7 градусов. Угол выставляем 17,5 на сторону или 35 общий. Так, обнулились. Так, и у нас 17,5. Ну, я уже заранее выставил, подготовился. Преимущество линзы от обычной клиновидной заточки – это, естественно, работа по дереву, разделка мяса. Ну и начинаем обдирать. Так, обдирку я сейчас провожу камнем веневским двухсторонним, 160-125. Сейчас будем уменьшать уже риску, переходим на камень 100 на 80, 50 на 40, также веневские 100%, и задача уменьшить риску. Угол не меняем, под тем же самым углом работаем. Ну и естественно повторюсь, когда мы точим линзу, очень важно доходить до упора, то есть до того момента, пока у нас сработает ограничитель. Потому что именно в нижней точке мы работаем по режущей кромке. Сторона бруска 50 на 40. И еще, пожалуй, один из важных моментов, когда мы точим линзу, обязательно работаем бруском только вертикально. То есть не должно быть длинных движений вдоль лезвия, как при клиновидной заточке. Так, переходим на алмазы на USB-связке. Сейчас будет сторона 2014. Работаем с маслом. Я губкой протер. Лучше все-таки масло растирать губкой по камню, потому что от губки не остается ворсина, как от салфеток. Перешли на сторону 7.5 USB-связка. Продолжаем уменьшать риску максимально. После него еще пройдемся 3.2 и после чего уже перейдем на кожу. Ну и последний камень у нас это будет 3.2 на USB-связке. И также еще я не сказал то, что нож Falkniemen у нас имеет линзовидные спуски от обуха, то есть у нас линза полностью на весь нож. Мы зажимали часть за прямой участок и, естественно, здесь мы поджимали. Приступаем к полировке. Будем использовать кожаный бланк и пасту Dialux Blank белую. Наносим пасту на сам бланк парой движений. Сейчас толщина бланков у нас отличается, и для того, чтобы нивелировать толщину, мы воспользуемся электронным угломером. Обнуляемся на площадке. Замеряем, сколько у нас угол в этой точке. 17 и пускай будет 7. Устанавливаем бланк. И добиваемся того же самого угла. Так как у нас линза, поэтому угол нам можно не опускать и полировку произвести под тем же самым углом. Так как завалить угол на линзе нам абсолютно не страшно, мы его не завалим. И фиксируем при полировке движениями только на себя. Потому что если мы начнем движение от себя, мы просто стрежем кожу. Сейчас я уже вижу, как у нас начинает блестеть
Подвод. С помощью полировки сняли остаточный заусенец и придали дополнительный блеск. Давайте проверим рез на газете. Как вы видите, вставляется легко. Сейчас попробую прям тонкую-тонкую стружку снять. Замерим остроту в цифрах. 66 грамм. Мы достигли бритвенной остроты на этом ноже. Он будет отлично справляться с разделкой мяса, со струганием дерева. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.